Приветствую вас, дорогие мои подписчики, с вами Джон Летаржа. И в этом видео я проведу рум-тур по своему загородному дому. Это дача, вот это вот, где я сейчас нахожусь, помещение, комната. Комната у меня в доме одна. Несмотря на то, что комната маленькая, тут аж целых 3 окна. Это раньше был чисто деревенский дом, но сейчас это дача. Дом этот довольно старый. Недавно тут был сделан ремонт. Вот тут прям беспорядок такой. Некоторые имеются. Вот тут вот вещи лежат. Тут подушка такая смешная. Это отопление. Телевизор. Ну, правда, я его не смотрю. Так, что тут у нас? Стол с таким вот беспорядком. Целый хаос каких-то вещей. Лампочка. Репродукция картины. Вот тут можно заметить тумбочку. Синтезатор в коробке лежит. Часики. Они у меня раньше висели в комнате. Стены такие довольно красивые, деревянные. Это диван, на котором я сплю. Перевернем камеру. Вот так вот сделаем. Вот так удобнее. Вот. Стремянка. Это у нас кухня. Тут печка у нас. Она достаточно теплая, хорошо топит. Это у нас посуда. Плита. Стол с посудой. Это раковина. Здесь висели мои картины. Ну, сейчас их тут нет. Здесь одежда висит. Полотенце. Вода питьевая. Это уже у нас идет веранда. Тут у нас продовольственные запасы. Вот такой вот коридорчик тут. А тут уже, собственно, идет веранда. Магнитола. Здесь можно слушать кассеты, диски. А также есть радио. Samsung. Это хлебница. Это очень старый холодильник. Ему уже более полувека. Это у нас стол. Здесь я люблю есть. Тут кресло. Столик. Еще один столик. И еще один столик с креслами. Хлам какой-то. Старинный платяной шкаф. Это было все. Обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Поддержите меня донатом на карточку. И помните, жить надо по фану.